чуть-чуть. Система работает немного по-другому. Шайн ломают внизу, Т2 вышка тоже, скорее всего, будет под ударом. Крипы уже подпушили центральную линию. Пытается сплитить ТБ, пытается зарабатывать золото и на линии, и в лесу. Но туда уже летит Свен на отпуш. Да, сейчас Кристаллайз разберется там и с крипами, с иллюзиями, со всей этой живностью. Ну а надсвинцеры по-хорошему, если не сильно хотят торопиться, если не хотят действительно победить здесь без особых проблем, могут сейчас играть более надежно, да, как это обычно делается, там сломали какие-то строения, пошли забрали Рошана. Так, ладно, сейчас нападение на Андерлорда состоялось, она их ставит в такой зонящий статик шторм. Сенкинд в итоге отрезали от команды, Саюша разменяли на Санейка. А там бегает Мэджикл, очень опасный Мэджикл, вблизи живет, пока что живет. Заткнуть Террорблейда нечем, надо бы отойти, если только Заяц что-то не украл серьезное. Вообще без спылов, что такое? Вообще, на самом деле, вторая игра подряд под, наверное, эгидой Зайца проходит. Да-да-да. Ты скажешь, он... Опа! Добежит? Блин, это очень классно. Перефанился Заяц. Это понятно, что... Как бы такое озорство, знаешь, небольшое, но это было миленько очень. Мне понравилось. Да, вот старт игры на Earth Spirit классно давался ему. Крутые перемещения. И здесь очень богатый рубик на старте данного матча. Плюс, опять же, быстрый уровень, быстрое воровство способностей, что невероятно повышает фарм рубика. И вот первый базовый артефакт, который Роа оказался в исполнении рубика, не Dagger, не Линза, там, не EU, не Фордстаф, а именно Роа. Он... Наверное, в нем и есть львиная доля победы в early game. Вот на Тусвинцер нападают на Террорблейда. Корни по нему. Мэджикл включает БКБ, Кристаллайз включает БКБ. Не в кого дать Сандер. Хочется, но не в кого. А говорили, да ладно, этот нерф ничего не значит. Всегда есть в кого нажать. Не всегда. Не всегда. Backdoor Protection. Решили все равно до последнего биться, почему бы нет. Ну, близи, это чисто расшликаться, знаешь, там. АПМ набить. Это, один АПМ нажал и стоишь, смотришь, как тебя лучше. Можно кликать все время. Можно. Спамить. Заходят. А готовы, что ли? Да, готовы заходить на базу, но крипов надо завести. А крипы зашли, по-моему, по центру на базу, но не рискуют нами. Там снизу все отпушено очень сильно. Ну, видишь, надсвинцеры такой более надежный, опять же, маршрут выбрали, как и говорилось, да, что ты забираешь здание там где-то вокруг базы, потом дожидаешься следующего Рошана, который, к слову, уже жив, да, и там быть этого не может. Руна двойного урона, что никогда такого не было. Ни разу в истории человечества таких совпадений не происходило. Я не знаю, как Dota запрограммирована, но это постоянно. Я сегодня вспомнил удивительный мем старых времен, где картинка с подписями «Дед, смотри, собака сидит, лол». Не знаю, видел ты, не видел, это такой был очень серьезный андеграунд мем, это олды вспомнят. И вот та же история. Смотрите, здесь дабл дэмэдж руна, лол. Лол. Ну, это полный лол, конечно. Свенс ДД. Что плохого может произойти вот в таком случае? Даже не знаю. Ну, не хотят просто так отдавать Рошан. У них хороший прокаст. Empire могут и на расстоянии драться. Взлетает Сенкинг, Виверна. Классная комбинация. Фистами Эмбер прогоняет оттуда. Но драку можно и не в Рошпите проводить. Кристаллайз бежит за Дримом. Но решил самостоятельно не драться. В это время щелкает Виверну. Скорее всего, придется выкупаться. Потому что вы просто проиграете Рошана. Да, байбекается Виверна. Кинсует назад Дримов, статик шторм. И опять умирает, не выдав Сандера. По-моему, ни единого Сандера ни за игру не было. Ни одного не было Сандера. И Кодос тоже догорает. Ну, а тебе Андерлорд. И минус Виверна после байбека. 70 секунд в таверне. Empire понимает, чем это пахнет. Пахнет ГГшечкой. Которую надо просто довести до логического завершения. Там, ну, Кларк... там Рошан остался. Все, сейчас идете, добиваете Рошана, идете на базу и все, и конец, ну, да, игры. Да. Темплар плюс Свен забирают без двойного урона Рошана уже к такой минуте. Но они не хотят это сделать. Они понимают, что долго нет Виверны. Ну, нет, надо. Вы не успеете. Думаешь? Ну, они не успеют сломать ничего. Ну, просто за там крипов нет. Секунд. Реально, там крипов нет. Там хороший крипскип от Сенкинга. Да, так я о чем. Просто заберите Рошана. Ну, ладно. Ну, хотят побить базу, как бы их право. Их право. Вот, они и пошли бить базу. Бэкдора нет. Дезолятором. Бэкдора нет, там тусклые бараки внизу. Тоже не стоит забывать. Террорблейд летит давать Сандер. Надо сразу. Сразу давать Сандер, потому что потом не получится. Это интересная версия. Почему бы нет? СК хорошо улетел сейчас, хорошо копнул. Там стоит Центрик и, да, еще и просветкой полирнули немножко Скорпиона.
И Underlord туда прилетел. А у Underlord есть Guardian Greaves, поэтому все вот эти герои сейчас станут чуть более боевыми. Буквально через секундочку. Эмбер убили и не дают улететь Мадену на Nature's Profit. Там выкупы пошли. Но это такие, это выкупы, даже не последняя надежда. Последняя надежда была на 18-й минуте, мне кажется. Сейчас это просто вот, ребята, давайте нажмем, потому что они у нас есть. Ну, правда, лучше играют. Вот даже какой-то анализ, да, там, да. Расстановка линий, просто лучше играют Na'Vi. Лучше, быстрее, грамотнее. Ну, драфт там... Ну, само исполнение, оно вообще без претензий. Я думал, они просто, что, знаешь, более слабые команды в группе разбирают так легко. Но я вижу, вот Империя, тоже серьезный, сильный коллектив. Также в четверку там попадал, в плей-офф выходил. Квалификация на мажор, но ну, просто команда сейчас из разных лиг. В этой форме, в текущей форме, в этой мете, в этом патче. Понятно, что... В этом составе. Не объективно, да, вот именно сейчас. Практически получилось спасти Кодоса, Кристаллайз забегает. О, там Magical псиблейдами. Почему так больно? Ну ладно, Сандер. Я знаю, почему так Сандер. Больно. Он сразу нажал, видишь, он послушался. Как раз когда у Кристаллайза было 40% хп, а у него 100. Ну да, 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 да. Я нажму на всех. Это вот Леха и ГГ, Сандер и ГГ. Да, минус команда Empire. К сожалению, публики, которая любит этот коллектив, болеет за него. Мы все тоже болеем, но... Просто Na'Vi объективно сильнее. Ну, тоже Na'Vi, да, хотел сказать. Нет, я как бы... Ты терракотовый. Я терракотовый, я абсолютно хладнокровен в этом плане. Ни за кого ничего не топлю почти никогда. Кроме того, на Инте за наших мальчиков, за всех практически наших мальчиков. Но. Здесь, ну реально, а что тут можно сказать? Как говорил классик, в этой игре Na'Vi были тупо сильнее. Вот и... Вся аналитика. Ну, да. Я уверен, нас в студии там чуть более подробно распишут, почему сильнее, но тем не менее. А, теперь вот интересно посмотреть, будет на финал, в который выходит Nado Swinsor. Они попадают уже в топ-2 квалификации. Выходит одна команда, один всего слот от СНГ региона. И Винстрайк, да, потенциальный лидер, наверное, в той паре. Винстрайк были объективно сильнее имперцев, объективно сильнее всех в своей группе, поэтому противостояние будет, наверное, поинтереснее. Хотелось бы видеть интригу. Я думаю, мы ее увидим на самом деле, потому что там единственная проигранная карта больше похожа была на какой-то кичи фан от Винстрайк. А так в целом они помощнее имперцев. Не знаю, о чем ты, идеальная была вторая игра вчера. Просто проигранная Тэчесом. А так действительно все хорошо. Заруинил Тэчес. Ну что, имперцам, только пожелать удачи в новом сезоне. Все, что я могу сказать. И, конечно же, новый сезон или нет? Сезон заканчивается интом, да? Ну еще и в финале, конечно. Дела. Финале сезона. Простите, финале инта. Ничего удачи. Плохого. No offense никоим Понятно, образом. Хитерок. Да. Действительно, удачи в квалификациях на International и из DPC сезона Империя выходит. Да, да, да. Ну что, мы на этом с вами ненадолго прощаемся. Слово студии аналитики. Ну и посмотрим, послушаем, в чем же все-таки заключался этот секрет успеха Na'Vi. Батл за дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Несле, якість продуктів, якість життя. Для творческой молодежи это МТС. А мне раздашь интернет? Конечно, раздам. Хоть все 7 гигабайт забирай. Тариф X. Безлимит на соцсети, мессенджеры, музыку и видео.